Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Елена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео проект Аудиопланета. Я сегодня утром записала видео, и я проверила этот проект на вывод. Я рискнула и закинула 350 рублей, купила... Ну, сейчас я вам покажу. Просто хочу вам... Взяла ссылочку, зашла в режим инкогнито, хочу показать вам регистрацию, друзья. Здесь пишите имя, фамилия, логин, имейл, пароль, повтор пароля. Ниже вводите пин-код. Я указывала четырехзначную, ну, четыре цифры. Здесь обязательно смотрите своего пригласителя. Вот такая несложная здесь капча. Вводите цифровая, ставите сюда галочку, нажимаете «Зарегистрироваться». И после чего придет уже на почту письмо. Напоминаю, мне пришло письмо в папку «Спам». Такая несложная здесь регистрация. На сегодня я уже просмотрела все 25 треков. И, как я сказала, я рискнула, 350 рублей закинула. И у меня 0.40 бит за каждый трек. У меня накапало за всю прослушанную музыку 10 рублей. Вот эти 25 бит у меня осталось. То, что я без вложений здесь работала вчера. За 4 дня можно набрать минималку на вывод. Абсолютно, друзья, без вложений. И ставить на вывод. Значит, вкладочка «Вывести». Сейчас покажу вам вывод. Когда у вас будет минималка на вывод, у вас здесь будет окошко «Введите свой пин-код». Вот что пин-код указывали при регистрации, вы его вводите и после того, после уже как бы попадаете на страничку. И вот мой вывод. Я не ожидала, что так быстро придет вывод. Я просто случайно зашла. Думаю, зайду гляну, что там с выводом. И у меня заявка выполнена. Пошло. На почту мне ничего не пришло. Но 10 рублей прошло мимо почты. И денежка в кошельке. 14 февраля. Перевод выполнен. 10 рублей. Выплата Аудиопланета. Спасибо, что вы с нами. Регламент вывода здесь, друзья, 24 часа. Вот так. Но, как правило, платят, как показывают, это все быстрее. Вывод проходит. И когда мы прослушиваю я музыку, вот у меня трек прослушала, я вот нравится, не нравится, вот здесь лайки, капча здесь, ну, после каждого трека не выпадает, она 5, ну, вот мне вчера 5-6 раз. Сегодня, вот когда я купила, я, по-моему, разгадала 2-3 раза капчу. Не каждого после прослушки этого трека. И после чего, чтобы запустить музыку, я или перезагружаю, клику «Перезагрузить», или вот сюда на колесико нажимаю «Обновить страничку». После чего уже музыка как бы включается. Вот, ну, вкладочка «Рефералы» находится, реферальная ссылочка, я вам показывала. Кликаете, копируете. Ну, тут больше здесь ничего, некуда и заходить. Больше нам здесь ничего не надо. Прослушиваю музыку. Набираем минималку на вывод. Кликаем «Вывести» и выводим. У меня даже в истории, вот, даже комиссию не сняли. Вот, 10 рублей, как я выводила, так 10 рублей и пришло. И вот я категории, сейчас покажу категорию, что я купила. Вот. Вот новичок, цена 0 бит, по 1 копейке. 25 копеек, 25 треков вы прослушиваете. Я считаю, это неплохо. Вот, 25 копеек, считай, как на боксе, без вложений. И я вот активировала категорию А, 0.40 бит за один трек. 350 бит. Ну, вот я рискнула. Это мое волеизъявление. Я никого не призываю вкладывать, Боже избави. Возможно, я зря вложила, а возможно и не зря. Время только покажет.
Будем надеяться на долгосрочное, естественно, сотрудничество. Не забываем, что любое вложение в онлайн-проекты – это всегда риск. Можем заработать, а можем и потерять. Так что имейте это в виду и никогда не забывайте об этом. На этом буду заканчивать. Все замечательно платит. Ну, в отличие вот от этого, друзья, вот Медиаграм, у меня опять же таки в нем проблема. Мне не зайти. Я что сделала? Я проверила капчу Google. Вот расширение Бравсек. Капча изумительно. Но я не могу зайти в этот при помощи расширения, потому что они могут меня забанить. И вот я уже опять, я с поддержкой сегодня вот в суппорт пишу: здравствуйте, могу ли я активироваться при помощи расширения? Мне не пройти эту капчу. Я вчера, и то с горем пополам, зашла уже поздно вечера, и я почти до 11:30 ночи слушала эти треки. Уже спать пора, я слушала музыку. Вот это такое мучение. Вот они мне написали, что спросили мой логин, передали вот администрацию, ну вот администратору, ожидайте. Ну, жду, что скажут. Это одно мучение. Не зайти, ничего. Надо выводить деньги. Мне там уже более $4. Вот. Ну, на этом все. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!